Всем привет, дорогие друзья, с вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. И в этом видео мы поговорим, как летать с комфортом. Как летать бизнес-классом на чартерных программах на остров Хайнань. Мы поговорим в этом видео о том, как забронировать, когда лучше забронировать, на каких авиакомпаниях и туроператорах есть места бизнес-класса, а где нет. И расскажу, как можно сэкономить на покупке места бизнес-класса. Итак, давайте расскажу все по порядку. Смотрите, начнем с того, что бизнес-класс как таковой на чартерных программах, как правило, отсутствует. Почему он отсутствует? Не в физическом плане, нет таких кресел, нет, они практически на многих рейсах стоят. Он не называется бизнес-классом по одной простой причине, что он обслуживается в плане питания и всего остального, как экономический класс на чартерах. Поэтому он называется, например, вот мы летим авиакомпанией North Star сейчас на Хайнань, это называется места комфорт-класса. Вот как вы видите, да, они абсолютно соответствуют бизнесу, но так как здесь обслуживание будет и питание, и эконом, они называются комфорт. Эти места вы, соответственно, можете приобрести при покупке тура. Это будет, наверное, самый гарантированный вариант получения таких мест. Когда вы бронируете тур, всегда можно сразу автоматически забронировать места вот такого комфорт-бизнес-класса. Они составляют у туроператора Рустур $100 в одну сторону на одного человека. То есть туда-обратно это $200, соответственно, если вы вдвоем, это уже $400. Здесь уже, конечно, выбирать вам, лететь с комфортом, заплатить эти места или, как говорится, уже не заморачиваться. Но я здесь подскажу вот какой момент. Если вы не сделаете этого при покупке тура, надеяться, что эти места останутся, это крайне маленькая вероятность на самом деле, это правда. Но их можно будет все-таки приобрести в аэропорту, когда вы уже будете регистрироваться. Соответственно, можно будет эти места уже купить. И здесь я вам подскажу лайфхак, как можно сэкономить. Но вы должны понимать, что это не гарантированная история в плане наличия мест. Когда вы приходите и садитесь в эконом-класс, как обычно, и видите, что бизнес-комфорт абсолютно свободен, вы можете подойти к стюардессе и попросить этот бизнес-класс о себе. Это будет стоить всего лишь $50 в одну сторону. Собственно, оплачивайте с любой карты и летите бизнес-классом. Так что вот такой лайфхак, вот такая история, вот так можно сэкономить. Но зная многих, кто привык путешествовать бизнес-классом, они, конечно, не хотят играть такие игры, они хотят заранее знать, что они летят бизнес-классом, и заранее бронировать. Поэтому для всех тех, кто хочет точно, гарантированно лететь бизнес-классом, нужно, естественно, бронировать заранее, сразу при покупке тура. Итак, переходим к другим туроператорам и другим авиакомпаниям. Авиакомпания iFly, с которой летает туроператор Test Tour, практически всегда отсутствует бизнес-класс, поэтому там только эконом-класс, либо места с увеличенным расстоянием для ног. И, соответственно, идем к авиакомпании Azur Air, с которой летает туроператор Annex Tour. Соответственно, у них практически на направлении Хайнань всегда отсутствует бизнес-класс, поэтому там только эконом-класс, либо места с увеличенным расстоянием для ног. Как правило. Если что-то поставят, конечно, можно будет точно так же забронировать, точно так же выбрать, лучше, как говорю, заранее, потому что тогда вы точно получите эти гарантированные места. Ну вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать про бизнес-класс. Теперь знаете, как летать комфортно, как выбирать места, сколько они стоят и как на этом можно сэкономить. Ну что, я лечу дальше на Хайнань, а вам приятного просмотра следующих моих видео и увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel.